Всем привет, с вами снова Максович, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Goodbye My King. И давайте начинать второй уровень. Итак, ребята, второй уровень. Смотрите-ка, у нас день настал, и солнышко, и все такое сказочное, светлое и приятное. Посмотрим, в этот раз сильно ли изменится замок. Да, кстати, замок от уровня к уровню меняется. В нем могут поменяться обстановка, какие-то предметы, лестницы пропасть какие-то, где-то появиться новые комнаты и так далее, и так далее. То есть замок каждый раз разный, насколько я понял, судя по двум прошедшим, пройденным уровням. Вот, посмотрим, ключик в тот раз лежал здесь. Да, ключ место не изменил, собственно. Ну что ж, давайте посмотрим, будут ли дальнейшие какие-то изменения. Тут ведь все-таки раз на раз не приходится, как бы, и мы можем пройти. Хотя, вон король, кстати, да. Король в этот раз вышел. Так, все проверяем, потому что все может измениться. Ну, в сундуках особо ничего нет. Только разве что там рисунки могут быть нам полезны. Вроде как особо больше ничего нет. Так, король куда-то поперся. Нет, он сидит, короче, обедает. Давайте тогда сразу сбегаем. А, надеюсь, тут больше ничего падать не будет. Нет, пока что вроде тихо. Сбегаем, посмотрим. Смотрите, теперь кодового замка нету. Нету, да и в принципе здесь ничего интересного нету. Вроде как, ну-ка. Да не, нет ничего. Хорошо, зато у нас теперь появилась здесь еще одна дверь. Как я говорил, могут появиться новые комнаты. А, что-то исчезнуть, что-то появится. Так, картина. Картина на месте лежит, которую можно брать. Ее одну можно брать, я не знаю зачем, если честно. По-моему, в тот раз прошел, так ее и не использовал. Может быть, здесь есть какие-то еще скрытые вещи. То есть я взял картину, но в тот раз вроде я ее не использовал. А, не картину. Здесь вообще показывается, что рамку я какую-то взял. Странно. Ну ладно. Так, а нам, по сути, сейчас, насколько я помню, нужно идти туда, где король у нас. Ой-ой-ой. Но он пошел от нас, так что как бы это... Нам как раз на руку все это дело. Так, мясо. Здесь открыто на этот... Да блин, что за хрень? Меня зажал в стене, ладно, хоть не провалился. Под землю куда-нибудь. Где у нас король? Стопы, ребят, король куда-то уперся. Так. А, ну в принципе это нам на руку. Нам как раз сейчас нужно вот в эту комнату. Так, здесь есть вот такой лифт. Это я узнал позже, что это лифт. Я думал, что это вообще какой-то выход куда-то. И вот такой вот знак, типа, мясо кинь, покорми какого-то животного, там, не знаю, дракона какого-то, что ли. Вот такого вот. И открывается лифт. Я не знаю, какая связь мясо, монстр и лифт. Ну да ладно. Как бы фигня. Так, это подсказочка. То есть нужен магнит, чтобы достать ключ. Подсказки вот как раз можно в разделе помощи посмотреть. Я сначала не понял, думал то, что эти рисунки показываются один раз. И как бы нужно запоминать их. Нет, они в разделе помощи. Так, овца опять спит. И в тот раз я проходил, овца была.
Такое ощущение, как будто я сгенерировалось мне примерно такое же прохождение, как у меня было. Так, хорошо, рисунки собираем. Рисунки нам нужны. И есть вот такая вот загадка, не загадка. В общем, это, короче, пароль, так скажем. А, да, я вам не показал. Надеюсь, ключ там лежит, где должен быть. Да. Так, где подсказки-то? Ё-моё, вот они. То есть, дверь, насколько я понимаю, на себя, на, это в какую сторону у нас должна быть повернута статуя, да? На себя. На себя. И налево и прямо. Налево. Да, в этот раз второй уровень сгенерировался прям, по-моему, точности такой же, как я проходил. Может, возможно, здесь просто несколько вариантов, которые в случайном... Так, а, ключ-то я не взял. Потому что я мельком глянул прохождение других людей, чисто для интереса посмотреть. И у них были другие ситуации, другие, в общем, как бы, чуть измененные задания. Но у меня вот первое задание изменилось. А второе, по-моему, почти такое же. Так, ну камушек на месте. Все, собственно, на этом второй уровень закончен. Сейчас посмотрим, все ли мы собрали. Нет, рисунки не все собрали. Ну, как бы и фиг с ними. Ну что, ребята, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых выпусков.